Ну, мы традиционно уже не первый год приезжаем в поселок Вершина-Тёи. Как бы нам, для нас здесь все условия созданы. В первую очередь это подготовка трассы хорошая, условия гостиницы, бани, то есть по питанию там все наши капризы, так скажем. На первый снег приезжаем, но в этом году снег, я так понимаю, задержится. Но это не проблема, у нас в этом году немного позднее первенство мира. Это основной акцент в сезоне у нас делается на эти соревнования. Поэтому, я думаю, все нормально будет. Успеем, мы наберем лыжный объем.